Оперные певцы не имеют права врать, значит, нечисто петь. Значит, как бы ни была симпатичная фигурка, то все равно не поможет, если будет не его петь. Но самое главное для меня – это вот красивый звук, красивый тембр. А для меня вот это важно. Ну, а потом я с такими мэтрами вместе. Для меня большой опыт и очень интересно.